Никиточкин Даниил, игрок команды ВГАФ. Дань, как у тебя ощущения? Ну, грустно, конечно, что проиграли. Да, обидно. Проиграли, играли хорошо, в принципе, были моменты, надо было забивать. Как тебе организация тура в Москве? Хорошая организация, все понравилось. Это вот на этот тур была последняя игра, на следующие игры. Ты как? Да, готов играть. Хочу, чтобы тренер мне доверял. Хочу попробовать себя еще. Спасибо, Дань.